Эй, ты моя сладкая. Ты моя сладкая. Ребенок умаялся, кое-как дожил до вечера. Свалился, не выдержал. Лето, жара. На берегу водоема сидит мужик, грустный-грустный уже, который час не клюет совершенно, и поплавок даже не колышется. Как замер, так и стоит. Тут легкая рябь, зыбко набежала, крокодил мимо поплывает, уставился на мужика, смотрит и спрашивает. Ну что, мужик, говорит, не клюет? Он говорит, да нет, как-то не очень. Ну так это, может, ты искупаешься пока? У нас сегодня хороший день, ребята. Давайте его хорошо отметим. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Почти бритье. Ну, сегодня мы с вами собрались не просто так. Собрались по случаю. И он даже, видите, прибарахлился. Ну, в смысле, галстук-то и так был. Я с удивлением обнаружил, что еще не разучился его завязывать. Тремя способами. У нас 500-е видео. Надо же его как-то отметить. В связи с тем, что сейчас в мире не так уж много позитива, я предлагаю в этом выпуске не грустить, а просто создавать хорошее настроение. Для этого я постараюсь сделать все, и вплоть до того, что тот торт хорошего настроения, который мы с вами испечем, из нескольких слоев будет еще и вишенку иметь. Ну, сами понимаете, все как положено, по правилам. Первое. На пути изготовления своих инструментов мы настолько заморочились по качеству, что сделали то, что должны были, казалось, сделать еще в самом начале. Но, как жизнь показывает, ко всему приходишь постепенно. Мы создали прихватку, приспособление, калибр. Каждый это может назвать по-своему, для того, чтобы проверять качество верхних плит, качество нижних плит. На нижней плите еще только будет изготавливаться, но по верхним плитам уже готово. Упрощает, убыстряет кратно. Но они еще без финиша. Как из-под станка вышли, такие и есть. Ну, суть следующая. Думаю, вы уже поняли. Ставится крышка. Здесь мы можем видеть горизонт, чтобы не было отклонений по геометрии. Ну и на этот просвет, я не знаю, вам видно, не видно, но рассчитано все таким образом, чтобы не только входил винт, но и было небольшое расстояние от резьбы до стенки и малейшее отклонение от 90 градусов. Его сразу же хорошо видно. Проверяется сразу с двух сторон. Ну и естественно, вот эти вот два отверстия, они сделаны в таких допусках, что если что, не пропустят. Плюс ко всему, поменяли сами допуски. Раньше бывало, что крышка не идет, потому что очень сильно было зажат допуск по ширине и по длине. Все вот эти допуски были зажаты. И это одна из причин, почему после первой партии крышки перестали подходить, потому что именно тогда у нас эти изменения произошли. А сейчас мы допуск поменяли, что чуть-чуть дали слабину в длину, но по ширине оставили тот же самый. Поэтому сейчас за счет того, что мы это сделали, вот мы избежали вот этой проблемы, что крышки не заходили. А по ширине вот как был, так и остается вкопанный. Поэтому первая стадия проверки проверили на этой штуке. Как раз посмотрел, ну и также видно. А вторая стадия, берется какая-то ручка из ближайших доступных и проверяется на работу резьбы. Подходит. Ну, за одним можно, конечно, опять горизонты проверить. Это всего лишь приспособа на крышку. Мы хотели сделать универсально, чтобы проверять и крышку, и плиты, но производство посчитало это неправильным и сделало приспособу только для проверки крышек, а приспособа для проверки плит будет отдельно. Ну, это мы еще дождемся. Все это уже проверил в действии, мне это понравилось, все это по кайфу, потому что ручки на тот калибре, который сейчас вот готовится к выпуску, давно уже были изготовлены, они уже увювелированы, их отполировал. Сейчас мы получили по 400 крышек.
Сегодня их все полностью проверяли на соответствие калибру. И завтра утром я их отдаю опять же куда надо. Там их будут полировать. Я думаю, что где-то в пределах 21-27 числа отдадут и плиты. Мы их тоже проверим и тоже отдадим куда надо. Итак, мы получим калибри, но непростой. На этот раз мы решили заморочиться, и вот тот экспериментальный калибри, который я уже показывал на канале, я отдал очень хорошему человеку, у которого не только прямые руки растут оттуда, откуда надо, но еще плюс ко всему и сердце доброе. Я вот так вот взял вот это вот, я говорю, вот, пожалуйста. Ну, так его разглядывать смысла нет, потому что ручка будет другая. Ручку мы пересмотрели. Но, тем не менее, в качестве прототипа, да, на него так можно посмотреть. Это прототип в одном единственном числе, и он останется у человека, который его довел вот до такого состояния. Внутренняя часть не трогалась. Здесь полировать что-либо смысла никакого нет. Она как есть, так и есть. Вот такое осталось. Ну, плиты, да. Плиты, конечно же, он привел в порядок. Хотел бы обратить наше внимание на состояние поверхности между зубами. То есть человек не только профессионал, но и настолько педантичен, что и про это место не забыл. По поводу маркости. Ну, 316-я. Повторяю, ручка будет другая, в том числе и это место, оно будет более изящное. Также имеет значение, когда нанесена гравировка. До полировки или после полировки. Краешки завальцовываются. Обратили внимание? У нас также вначале будет нанесена гравировка, потом осуществлена полировка. Краешки будут завальцовываться. И все вместе это должно производить более лучшее впечатление, чем вначале полировка, а потом гравировка. Делай, что хочешь. Человек сделал, что хочет. По итогу мы сами для себя
сейчас получили эталон, тот самый эталон, к которому мы хотим стремиться. Вот вся та следующая партия, возьму вот то, что сейчас вот сделал Сергей, покажу ювелиру и скажу, вот смотри, дорогой товарищ, вот это тот идеал, к которому хотелось бы нам приблизиться. Насколько это будет соответствовать идеалу, я не могу сейчас сказать, потому что вот с этим конкретно отдельно взятым набором, ну, человек ему посвятил какое-то время, и то есть труда туда вложено немало. А у нас-то сейчас получится это все на потоке, и насколько человек сможет вот это вот все вот... Ну, то есть это еще покажет только время. Понятно, что это будет отличаться от того, что мы делали раньше. Но насколько это будет близко к тому, что вот сейчас вот сделал вот этот мастер, ну, вот это вот еще, конечно же, вопрос. Тут, ну, посмотрим. Будем стараться выжать максимум из этой ситуации. Одно понятно, что ручки уже готовы, сейчас будут он делать крышки, и как только появятся первые плиты, они появятся где-то с 21 по 27, я уже говорил, мы их забираем и отдаем ювелиру, он будет полировать. Вот как только все это будет заполировано, мы все это комплектуем, ну, естественно, отмываем. И все. Вот. Так что, как ни крути, конец мая. Конец мая, начало июня. По тайге, я думаю, что это будет конец июня, начало июля. Как бы даже, может быть, чуть-чуть на месяцок и не сдвинут. Потому что на то есть очень веские основания. Вот сейчас вот та фигня, которая вся происходит, она урезала возможности производства 50 раз. Ну и половину рабочих, упс, убрали, в ночь вообще никто не работает, поэтому вот, что они успевают, то они успевают. Так что вот, ну, просто будем стараться. Ну а по итогу, чтобы отпраздновать этот замечательный день, давайте, наверное, поговорим за вишенку на торт. Если бы, допустим, было 40 тысяч подписчиков, то можно было бы сделать, допустим, так, как? Первое, второе, третье место и с какими-нибудь такими мощными призами. Но сейчас получается ни туда, ни сюда. С одной стороны, да, подписчиков с каждым днем все больше и больше. В этом месяце рекорд 1000 в месяц мы еще, наверное, не побьем. Но уже где-то рядом, там 900 с копейками месяц накапало. То есть, ребята, вы явственно активизировались. Что тому виной, я не знаю. То ли то, что вот мы с каналом работаем, то ли то, что сейчас вот вынуждена изоляция. И люди как-то, ну... Время пытаются как-то свое пристроить, в том числе через YouTube, я не знаю. Но у нас уже скоро будет 36, так что все нормально. А тут всего лишь 500 видео. Но с другой стороны, за эти 500 видео мы достигли немало. За это время был выпущен старт Байкал, Тайга, Тайгушка. Сейчас Калибри будет выходить. То есть получается, чего-то мы все-таки достигли, что-то мы все-таки сделали. И несмотря на некоторое противодействие с определенной стороны, определенных товарищей, которые, в принципе-то, нормально, так и должно быть. Потому что сегодня, вот когда мы проверяли вот по новым калибрам качество изготовления крышек, даже Димка, который рядом со мной сидел, говорит, блин, Викторович, говорит, слушай, а реально классно сделали пацаны. Я говорю, да они вообще у нас крутые. Он на меня так посмотрел, говорит, да вообще мы все крутые. Короче, друг друга вот так вот, да, похвалили. Ну и пришли к выводу, что вот все, кто есть в мире, неважно, крутые, не очень, хорошие, плохие, мусор и реально люди, которым руку пожать, это знаешь, это как вот прямо от души. То есть вот все люди, которые есть в мире, они для чего-то нужны, они для чего-то сделаны, и каждый занимается своим делом. Кто-то благородным, кто-то не очень. Кто-то мерзопакости делает, а кто-то вообще делает такое, что просто так скупая мужская, бумс, упала и все. То есть все эти люди при деле, они чем-то заняты. Так что все у нас хорошо, все здорово. А чтобы поддержать всех этих хороших людей, давайте, наверное, все-таки разыграем full set старта. Вот так просто. Правила вы уже наверняка все знаете, вы к ним привыкли, но тем не менее я их повторю еще раз. Победитель будет определяться путем... ресурса Лизанейр. Он должен быть подписан во время проведения розыгрыша. Если он подписан, но он скрыл свои данные, Лизанейр этого не определил, выбирается другой человек, потому что на момент розыгрыша нужно разлачивать, открывать свои данные. Я думаю, это тоже понятно. Ну и для того, чтобы было понятно, что человеку это интересно, надо как-то обозначить свои намерения только и всего. То есть, ну, там, мне это интересно, хочу фулл сайт, хочу старт, что-то вот типа такого.
Обычный комментарий это тоже никто не отменял. Но, ребят, на момент розыгрыша, я думаю, давайте мы его устроим, наверное, в следующую среду, да? То есть вполне себе, вот как раз вот перед видео, которое по бритьям будет выходить, вот во вторник-среду мы вот его и организуем. Будь ласка, проверьте свои комментарии, пожалуйста. Потому что если у вас будет больше, чем один комментарий, это будет нечестно. Это получается, что вы получаете преимущество, потому что Лизанейра наш по комментариям смотрит. Я что увижу, я потру. Перед розыгрышем, да, я это делаю, пробегаю, смотрю, тру, но я не всесильный и могу что-то пропустить, поэтому если каждый за собой там маленечко приберет, я считаю, это все будет нормально. А так, ребят, я вас поздравляю. Я не случайно сказал, что все мы нужны, что все мы чем-то заняты, и все те, что вот все то, что мы делаем, оно дает какие-то результаты. Мы проходим какую-то школу, мы получаем какие-то знания, мы получаем какой-то опыт. И все это что-то кому-то дает. В этом, наверное, мудрость какая-то заложена. Я хрен его знает, не хочу лезть в философию, но когда это все-таки вот доходит, то становится как-то спокойнее и понимаешь, что вот если есть что-то, что ты делаешь, и ты считаешь, что это верно, да и дай Бог тебе здоровья, да и делай дальше. И глядишь, по прошествии какого-то времени ты будешь уже не один, а вас будет много. И найдутся люди, которые тебе подставят плечо, подставят ногу. Слово доброе скажут. Все люди найдутся, и все будут сопричастны к этому мероприятию. Если на самом деле то, что ты задумал, оно нужно не только тебе, а нужно еще кому-то. А если это нужно только тебе, тоже не беда. Значит, для чего-то ты это делаешь. Возможно, это нужно твоей маме, твоему папе, твоей любимой, твоим детям. То есть вот во всем есть какой-то смысл, поэтому давайте просто жить и радоваться. Хороших людей все равно больше. И как бы в мире все ни складывалось, по итогу в каждой каске счастливый конец. Рассказы с несчастливым концом, есть, но не так уж и много. Разве что вот кто читал Эрих Мария Ремарк, «Черный обелиск», да? Хотя, давайте не будем о грустном. Короче, ребята, все. Следующий розыгрыш. Узнаем, кто победил. А вас всех поздравляю с 500-м видео. И добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда-всегда все будет хорошо. Теперь на следующую 1000 что-нибудь еще забабашим, да? Все. Пока-пока. До новых встреч. Пошли бриться.